Ребята, я пока сюда топал, ничего не снимал. Поставлю телефон сюда, чтобы кармана не потерять. И буду все снимать напрямую, ребята. Как этот... Надо как-то его поставить, чтобы он мне не мешал. Чтобы он мне не мешал. Вот сюда, наверное. Внутрь. Мне, ребята, дорога заняла 2 часа. 2 часа. 20 минут, да, с нашего лагеря, где там. Я до туда не дойду, конечно, с этим маленьким крылом. Но сколько дойду, столько. Надо побыстрее спуститься, а то приходит измена ветронаправления. Изменится ветронаправление. И будет потом плохо. Это пристегнуло, это нормально. Это тоже нормально. Все, проверка связи, ребята. Чтоб удобно было. Здесь чуть-чуть неудобняк. Во. Во. Перчаток нету. Шлема тоже я забыл, ребята. Надеюсь, удачно приземлимся. Ветер не сильный сегодня. Ветер не сильный сегодня. Проверить все шнуры. Не запутались. Все ровненько было, красивенько, ребята. Надеюсь, слышно нормально. Как перед ветром пойду, наверное, будет не слышно. А, этот перевернутый. Этот нормально. Это тоже нормально. Это чуть-чуть ненормально. Сейчас сделаем нормально. Все. Фух, боюсь, ребята, давно летал на этом маленьком крыле. Давно летал, ребята. Еще раз проверяем, все в порядке. Везде все застегнуто. Везде все застегнуто, ребята. Как это должен быть? Так, проверим, насколько это сделано. На быстро или на медленно. Чуть-чуть потяну. Высота здесь обалденная, ребята. Ну, проверим. О, все в порядке. Все в порядке, ребята. Полетели. Полетели, ребята, со мной. Круто, ребята! Я видел, что здесь много кабелей, ребята, внизу. Не знаю, куда лететь, куда спускаться. Вообще электрокабеля не видно, ребята. Вообще не видно. Я
когда пешком шел, здесь видел много кобелей, а теперь ни хрена не вижу. Hi guys! Восемь минут полета не было, пока я там готовился. Шел 2 часа 20, а полет был где-то 4 минуты, ребята. Я так и говорил себе, это от силы 5 минут будет полет. Перед ветром он вообще тяжело идет, он быстро вниз идет. Но стабильно шел, все нормально. Приземлился тоже хорошо. Все, ребята, пучком. Спасибо, что летали со мной. Иду паковаться и пойду в машину на нашу базу лагеря. Все, пока-пока.